Мне скинули глобала? Читер глобал? Я в шоке! Я забанил читера с керамбитом голд. Вот это да! Хей, йоу, ребята, Кент пока на проводе, и да, это очередная серия читер патруля. Прямо с начала данного видеоролика проведем небольшой эксперимент. Сколько лайков наберет это видео, сколько голды будет у вас на счету. Поэтому, пожалуйста, ребятки, влепите лайк, и у вас будет дофигище голды. Поэтому ставь лайк и подписывайся на мой канал. И прямо сегодня, прямо в этом выпуске, вы, ребята, увидите самых жестких читеров за весь читер-патруль. Вы даже увидите читера с керамбитом голд. Представьте себе это. Ну что же, а мы идем дальше. Если хочешь получить крутые скины для стендов 2, как у меня, то рекомендую проект под названием Steady Drop. Большое разнообразие кейсов, постоянные акции и бесплатные ежедневные кейсы. Тут ты можешь получить любые скины. Как бонус, по моему промокоду Кент, ты получишь 25% пополнению. Все нужные ссылки ты найдешь снизу. И наша постоянная рубрика «Комментарии от подписчиков», потому да, пишите комментарии. Смешные. И самые популярные комментарии под прошлым видео были о том, что я пропустил читера с керамбитом голд. Давайте на него посмотрим, потому что вдруг вы меня обманываете, мало ли. Ну чё, погнали смотреть, где же там я пропустил керамбит голд. Так, 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 вот он, чувак бежит. Подождите, в натуре! Реально керамбит голд! Охренеть! Я забанил читера с керамбитом голд. Вот это да! Вот мы и название к этому выпуску придумали. Обалдеть, почему реально керамбит голд! Охренеть, не встать, как я не заметил его! Блин, вы тупо самые внимательные подписчики на планете Земля. Я вас просто обожаю. Блин, пацаны, красавчики. Реально керамбит голд, я в шоке. Именно так я разминаюсь перед физрой. Ребят, кто также разминается перед физрой, ставьте плюсы в комментарии. Нормально физра прошла. Твое лицо, когда родители пообещали подарить 11-й iPhone, но при этом подарили старую Nokia. Кто это такое? Народ, кто знает? Напиши в комментариях. Я в шоке. Как? Что ж? Я-то думал, как же вас забайтить на лайки, но тут все придумали за меня. Кто не нуб, ставь лайк. Ты меня забанил, я расскажу маме. Нет, нет, только не мама, только не это, нет! Сколько лет твоей маме? Ну и как обычно, наша традиция. Кент, выруби читера с вилки. Да не вопрос. Для начала нам необходима вилка. Фух, вилка готова. Ну а сейчас я, ребята, вырублю читера при помощи вилки. Легендарный момент. Блин, офигеть, я прям вилку погнул, пацаны, посмотрите. Вот это сила. Ну а теперь поехали. Уже можно начинать. Вот он, мой подписчик, бежит, никого не трогает, и сейчас, скорее всего, где-то будет читер. А ну-ка, 3, 2, 1. И мой подписчик убивает читер под ником «Один выстрел, один труп». Один просмотр, один бан. Ха-ха-ха, тебе надо было такой ник сделать. ID 567-929-88. Ну а сейчас мы, ребята, видим напряженную битву. Флори против читера. Как вы думаете, кто же победит? Ха-ха-ха. Но, к большому-пребольшому сожалению, побеждает не мой подписчик, а побеждает читер. Мало ли вы думаете, что это не читер, мало ли вы думаете, что это просто совпадение или еще что-то. Попытка номер два. Сейчас этот говнюк, этот негодяй опять убьет моего подписчика. Сейчас вы, ребятки, все-все-все это прекрасно увидите. Вот, игра началась. И вот же он. Ой, спасибо, что спалил ID. 613-738-85. Саймонес, пока. Ну а сейчас вы, ребята, офигеете не меньше, чем я. Посмотрите на вот это. Кто это? Нет, это. Вот это, кто это? Да это тот же самый читер, что и в прошлом видео. Ребят, вы только можете это представить? И при том, это видео мне скинул другой подписчик. Не тот же самый, другой. То есть, этот читер реально мешает играть всем. Если мне два подписчика скинули одного и того же самого читера. Я просто в шоке. Вот он, Саймонес. Да-да-да, конечно же он получит бан. Вы просто посмотрите на его стату. 38-0. Ну, ребята, ни стыда, ни совести этого читера. Конечно же, мы его забаним.
Ну а теперь моя любимая категория читеров — это читер-улитка. Почему читер-улитка? Потому что мозгов так же, как у улитки. Без шуток. Посмотрите, сейчас вы все поймете, смотрите. Как же я ору с этих школы-читеров, молодой Лондон. Как же я ору с этих школы-читеров. Он тупо взял ник киберспортсмена, поставил себе и думал, что он стал крутым, при этом играя с щитами. Да знал бы Лондон, он бы сказал бы: братиш, не трогай меня, не жми мне руку, и плюнул бы еще в тебя, если бы он бы знал бы это. Ну а сейчас вы, ребят, увидите прям очень жесткого читера. Внимательно посмотрите на вот это. Так, мой подписчик купил себе AKR Sport, и вот он читер, говню, который мешает всем нормально играть. Вот он убил моего подписчика, у него спидхак, плюс посмотрите на вот это, что это такое, взрывы какие-то происходят. Что это? Остановите мир, я сойду, ребята, какая-то ядерная война началась. Я вас прошу, пожалуйста, покажите мне ID этого читера. Очень-очень важно ID. Так, ну а вот ID этого читера. 613-879-37. Пока! Ну а вот это, ребята, наш любитель побегать. Спортсмен, наверное, вы посмотрите, как же быстро он бегает. Ну обалдеть просто. Так, так, он убивает нашего подписчика, но этого читера буквально спустя одну секунду тоже убивают. ID 528-461-48. Ну все, теперь будешь бегать на банановых островах. Пожалуйста, объясните мне, почему все читеры себе на них ставят имена популярных ютуберов? Ну я вообще, ну хрен пойми, что это такое? Вот сейчас вы увидите, вот смотрите. Ну посмотрите, у чувака ник Сней. Ну вот что это такое? Знал бы Сней, он бы тебе щелбана дал бы. Так, пацаны, ID 560-238-32. Вот этот Сней Stand of Case, ты улетаешь в бан. Что? Мне скинули глобала? Читер Глобал? Я в шоке! Посмотрите, пацаны, мне скинули скрин и написали то, что это читер. Как вы думаете, это правда или нет? Я просто без понятия, чувака, легенда. Это, короче, самая крутая привилегия в Stand of 2. Это самое высокое звание. Я просто в шоке. Я не знаю, что это такое. Легенда, обалдеть. Просто напишите, как вы думаете, читер это или нет. Но судя по ID, процентов так 80, что это читер. Ну мало ли, хз. Так, пацаны, сегодня видео выйдет чуть короче, чем обычно, потому что у меня реально проблемы со спиной, мне надо все время лежать. Я только ради вас, ради того, чтобы снять видео, встал. А так мне вообще нельзя даже вставать с кровати. Все, пацаны, всех люблю, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите любой хороший комментарий, я хоть почитаю пару с них. Плюс читер отправляйте мне в ВК, подписывайтесь на мой инстаграм, все нужные ссылочки есть в описании. С вами был Кент АПК, всем удачи и всем пока.